Приветствую вас. Ключевая история в том, что вы боитесь, очевидно, серьезных близких отношений. Вот. Ну, в целом. А вы боитесь отношений. И этот страх, он, как правило, родом из детства. С этим нужно в первую очередь работать, да, вот, тем, почему вы боитесь серьезных отношений. Дальше, значит, если мужчины, которые вам нравятся, вас не выбирают, значит, с одной стороны, вы выбираете мужчин не по тем основаниям, что вам хочется что-то для них сделать, а по тем основаниям, вам хочется получить. Мужчины это чувствуют и, соответственно, выбирают. Вот, с другой стороны, вы ведете себя неестественно по этой же самой причине, что также не позволяет вам раскрыться. Вот, с ними и показать, какая вы. Вот. Это тоже достаточно серьезная проблема. Вот. Ну и раз вы накрутили, как вы сказали, раз вы накрутили роман в голове у себя, вот, значит, вам этот роман для чего-то в целом нужен, вот, ну, тут вы в нем нуждаетесь почему-то, вот, и то, почему вы в нем нуждаетесь, то, в чем именно вы нуждаетесь, также нужно, на мой взгляд, рассмотреть, вот, то есть, что вы хотите конкретно, чем вы нуждаетесь конкретно. Вот, и в этом, собственно, будет ответ на ваш вопрос. Вот. Ну, я так, по крайней мере, думаю. Вот. Потому что сейчас все выглядит так, что вам очень сильно нужны отношения, сейчас выглядит так, что вы очень заинтересованы в отношениях, пытаясь реализовать какие-то желания через них, у вас это не получается, и, соответственно, вы чувствуете себя, мягко говоря, не очень хорошо. Вот, это мягко говоря. Ну и, в общем, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Сейчас я еще прочитаю ваш текст. Может. Так, познакомились в туре с парнем, у нас было 4 молодых, 2 парня, девушка и я. Второй парень из Москвы, это мой город, мы так хорошо общались, он кучу комплиментов не говорил, оказывал какие-то знаки внимания. Но в финале даже не взял мои контакты, я напридумывал в голове какой-то роман. Вот, напридумывал в голове, да, то есть вот. Кто-то вам не вижу, но придумывать в голове какой-то роман. Вот, ну. То есть это случайность, да, ну, совершенно очевидно, что нет, совершенно очевидно, что
Не включаю. Поэтому пока вот это такой момент. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Ну и финальное поведение. Корректировать картину тоже необходимо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго и удачи.